Вы смотрите новости Информбюро. Продолжаем выпуск. Версию гибели троих человек в Шымкенте озвучил юрист индустриальной зоны Ордабасы. Трагедия произошла в субботу. На мужчин обрушилось перекрытие из железобетонных плит. Младшему из погибших было всего 22 года. Я думаю, что они металл резали. Ну, конструкция, здесь же конструкция, которая держит плиты. Угу. То есть лес... Наверное, по нему и они порезали, и произошло ужасный случай. Ответственно не чем. Частичное обрушение пятиэтажного здания произошло примерно в 14 часов 13 февраля. В этот момент мужчины находились на последнем этаже. Разборами завалов сначала занимались 20 спасателей, позже к ним присоединились поисковики с собаками. Всего из-под обломков здания извлекли три тела – 52-летнего охранника предприятия, а также двух мужчин – 33 лет и 22. Родственники погибших в приватной беседе заявили, что не имеют никому претензий.